Знак качества СССР. Как он выглядел? Для тех, кто не помнит, напомню. Это был треугольный ромб, в нем была внедрена четырехлучевая звезда. Как выглядит знак качества в американском варианте? Ну, это, разумеется, звезды. Четырехлучевая линкольновская и пятилучевая крайслеровская. Как выглядит знак качества китайский от фирмы Дади? Тоже пятилучевая звезда. Но мы не поверили и загнали джип Дади Куф City Leading сюда, на подъемник, в сервис «Серебряный саквояж». Между прочим, «Серебряный саквояж» — это не только автосалон. Ну, для начала пощекочем у Дади под брюшком, то есть посмотрим заднюю подвеску. Что в ней интересного? Да, с первого взгляда ничего интересного. Обыкновенные четырехлистовые рессоры, достаточно толстого металла, но достаточно мягкие для такого большого джипа, да еще и рамного. И амортизаторы. Но, казалось бы, подвеска практически такая же, как у нашей старушки Волги. А нет. Здесь еще стоит стабилизатор поперечной устойчивости. И вот поэтому-то Дати City Leading так хорошо управляется. Во-первых, китайских джипов очень большие нарекания у меня лично вызывали конструкция стремянки. Все то, что крепится к раме. В Китае, скажем так, много фирм, которые делали автомобили хорошие и разные. И в некоторых случаях дырки вот в этих местах крепления делались просто путем проваливания отверстия. Здесь же ничего такого нет. Но вот то, что вам сейчас не удастся показать, так это то, что трубки тормозной системы окутаны в теплоизоляцию, между прочим. Это для вашего комфорта и чтобы тормозная жидкость внезапно не перемерзала. Что касается кардана. Кардан здесь подвешен на мощном подвесном подшипнике, который крепится напрямую к раме и имеет три крестовины. Вам покажется это многовато, но, между прочим, Дади City Leading – это очень длинный джип. Что больше всего нравится в конструкции Дади City Leading, так это простота. Мы уже сказали о задней подвеске рессорной. Так вот, передняя подвеска тоже отличается достаточной простотой и, тем не менее, надежностью. Вот эта поперечина, она ответствует за крепление торсиона. Причем, как Алексей уже говорил не раз, они, ну, примерно двухметровой длины. И еще одна поперечина, и это уже крепление раздатки. Ну и что у меня вызывает такой детский смех? А я вспомнил, когда ездил на копейке, и постоянно лопались элементы крепления переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Кто не помнит, а ну-ка попробуйте нацепить хомут на двух болтах, между прочим. Здесь такого нет. Элементарная защелка и всего один болт. Идем дальше. Не так давно мой товарищ на очень хорошем джипе поэкспериментировал там на Грибакского района. Я поразился мощности вот примерно таких же рычагов. Кстати, по-моему, элементы конструкции сдернутые с лучших японских образцов. Вот он, нижний рычаг, момент крепления того самого любимого торсиона. Но дальше, вот здесь вот, расположен шрус. То есть вещь, которая крайне редко ломается и при хорошем обслуживании ездит очень долго. Ну и во всем остальном. Во всем остальном еще раз глубокий респект этой китайской раме. Это уже четвертая поперечина. Но есть и пятая спереди. Так что вот эту раму винтом согнуть вам вряд ли удастся. И еще раз обмолвимся. Хоть Дади и City Leading, а все-таки это большой полноприводный автомобиль. И что обеспечивает прежде всего ему проходимость? Ну, конечно, моментный движок, скажете вы, полноприводность, раздатка, но есть еще один элемент. Вот это вот замечательная защита. Чем она замечательна? Она действует как лыжа и подгребает под себя снег. То есть вот эта вот штуковина действует как лопата бульдозера. А еще, что интересно, вот эти все три поперечины, они тоже являются лыжами. И единственный элемент, который выходит за вот эти вот поперечины, это глушитель. Но он тоже круглый, поэтому он особенно на проходимость не повлияет. Ну и спустив Дади с небес и опустившись перед ним на колено, необходимо порадоваться за конструкцию передней подвески. Вы не сможете увидеть, это не лепароскопический зонт, какой мощный здесь рулевой редуктор. Но что меня лично порадовало, так это вот эти блокираторы дифференциала осевого. Очень легко включается и издает приятный клик-клик. А что еще порадовало? Обратите внимание, какой зазор. Сейчас стоят диски литые на 15, а можно поставить и на 16.
и очень-очень серьезную резину. И удовлетворяете свои мужские амбиции. А теперь посмотрите на этот большой, я бы даже сказал, огромный багажник китайского автомобиля, китайского джипа Dati City Leading. За счет чего это сделано? За счет того, что запасное колесо вынесли на дверь. Но здесь, на корме, есть еще одна интересная штуковина. Называется она камера заднего вида. Ну, плюс парктроник, естественно. А теперь тест имени губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера. Почему я его так называю, этот тест? Потому что в свое время, в начале своей телевизионной карьеры, и киношной, разумеется, карьеры, дядя Арни чем занимался? Занимался он рекламой автомобильных покрышек. Рвал там их, пытался скрутить. Ничего не получилось. Ну, по мне, конечно, не столько мышечной массы, но по весу примерно подхожу. И вот он, тест на подножку. Говорят, оторвется вместе с рейлингом. Я достаточно серьезно это делаю. Ничего подобного. Ну и эта подножка обеспечивает вам дополнительную безопасность для порогов. Даже если вы куда-то прыгнули на камушек, она, в принципе, меняется легко. Кто-то может сказать, ну вот они, китайцы. Легкий материал, металл. Ну это же китайцы, надо же где-то немножко побаловаться. А я проведу свой собственный тест. Называется «Головой в пасть льва». Входит и выходит мой любимый размер. Представляете, какой свободный ход у этой задней подвески? Вы знаете, в Китае тоже любят давить понты. Каким образом? Образом хромированной решетки и фара от Lexus RX 300. Они просто экономят. Вы сами подумайте, сколько таких фар делается в Китае для Lexus RX 300, для Toyota Harrier. Что дальше? Дальше бампер. Опытный специалист скажет, а где то самое мощное железное, что должно быть внутри? Но на первых моделях Dati этого мощного железного пока нет внутри, но помните, я вам рассказывал о пятом элементе крепления? Рамы спереди. Ничего страшного, ударитесь, но пластик облетит, а до радиатора не долетит. Помните русскую поговорку? Чем круче джип, тем дальше топать за трактором. И Dati City Leading, к сожалению, наверное, все-таки когда-нибудь где-нибудь можно засадить. Ну ничего страшного, за трактором сходите, а буксирные проушины здесь спереди есть. Целых две, причем они расположены так, что бамперу, скорее всего, ничего не будет. Ну а если задом вытаскивать, там можно просто за серьгу рессоры зацепиться. Говорят, что самые безвкусно одевающиеся звезды телевидения – это ведущие Топ Гир, BBC-шные. Это Ричард Хаммонд и Джереми Кларксон. Мы тоже не отличаемся особым вкусом в одежде, потому что часто приходится лазить и на коленях, и под машинами. А что бывает зимой, в снегу, это Максим только передаст. А вы помните тест Subaru, когда мы загнали Legacy, ну, так скажем, в сугроб? Потом вот так вот мокрые пришли домой, немножко замерзшие, и пришлось употребить. Ну, Алексей скажет, что? Употребить низкозамерзающую жидкость, повышающую наше октановое число. Сегодня мы употребили или попытались протестировать с помощью сервиса «Серебряный саквояж» этот замечательный джип китайский. И скажу я вам так, я крайне доволен. А я немножко недоволен. Опять измазался, как свинья.